Здорово, чатик, привет-привет. Ламыч подрубил, мне как раз в зал надо. Так чё, беспроводные наушники воткнул и все. Я чисто на фоне буду. Если что-то интересное случится, там на халатик. Ну, хуяк, телефон достал, посмотрел, дальше заниматься. Все. Я так делаю обычно. Если соло прихожу там какой-нибудь кардио-шмардио, блядь, делать. Что у тебя за клава? В описании стрима все указано. Может, сами покоптим щит? Ну, дабл караб там дохуя стоит уже. И у меня другие планы дабл караб. Мы будем джевелы дабл карабтить. Вот, и сегодня палку будем делать. Я пораскинул мозгами, и тут вот инт добрал до джевела. Вот эту часть спекнул. Тут минус реген, минус хп, но в целом похуй. Похуй сотка. Там все равно реген хороший будет. На 2500, то есть я половину хп пола в секунду регеню. В целом, как бы похуй. Тут еще можно перетащить Глориас Ванити сюда, да, тут спекнуть. Ну тут опять же, да, минус 20 макс хп уедет, и реген уедет. Не очень хочу это делать, но бат. Жопа. Агроморф забанил копа в поя, говорит Линкани мир в чате ру1. Он линканул и получил кучу репортов и пока. Че, блядь? Кто не в курсе, меня вчера ебало баном в поя, вероятнее всего, из-за линка 18 миррора в Global Ru1 и получения миллиона репортов от бедности, опилы. ТП я кинул от разбана 92%, но сейчас СНГ праздники. Но люди, к сожалению, очень бедны. Как вот правильно сформулировать, да, чтобы вы меня поняли корректно. Люди, которые бедны на разум, бедные в реале, блять, вот материально. Понимаете, да, про чё? Очень завистливы. Хотя все вот, конкретно в игре вся благодать, она лежит на поверхности. Ну, блядь, скооперируйся просто с людьми. Тебе впадло с людьми поиграть? Договорись, что вот, мы будем задрить там, тадым-сюдым, блядь. Пиздец, очень сложно, да? Как вообще, блядь, сейчас лига идет одна из самых богатых на лут. Вообще ебанутая. Я, блядь, я играю не на мэф билде. Я с пола лутаю вообще причудливые вещи, нахуй. Как это вообще может происходить, я реально не понимаю. Ну что, настолько нахуй ебланы? Так это еще с СТД, где лут за 20 лиг. Понял. Да, блядь. Жека, как ты вообще считаешь нормально, что человека блокируют и даже не объясняют первые причины, по которым его забанили? Но у Поя есть ультимативная вещь, называется бесплатная игра, понимаешь? Конечно, это хуево, когда люди, имея какую-то минимальную власть, делают абсолютно безумные, неоправданные вещи. Конечно, это хуйня полная. Модеры слушаем и впитываем. Так а чё модеры? Модеры, если чё, действуют по моей установке. Я иногда баню людей просто потому, что мне не нравится человек в чате. Вот он зашел, он общается неприятно для меня, да, я его кикну. Но тут суть в чем? Ты находишься в моем пространстве, в моем доме, понимаешь? Мой стрим — это мой дом. Divine Orb, Ariri. Divine Orb, Ariri 2, back to back. Опа. Не МФ билд, не МФ билд, не МФ, ноль МФ шмоток. Вот про что я говорю, просто два дивана падают рядом, блядь. Фармлю нон МФ контент, бля, харбингеров нахуй. Скины на МФ. У, сука. Хоба. А там девочки елку наряжали, позвали, типа, звездочку поставить. Четыре доктора, это может выжить. Сколько нажимаем? По две. Минус один. Минус один. Удаление прошло успешно. Хотя шансы были. А сегодня весь день буду фармить Груинлинг Гантлет, несмотря на неудачи, которые будут прокать. Ну, довольно часто будут прокать ультиматумы, которые невозможно зафармить. Вот как прошлый, например. У тебя просто прокает маленькая арена и руин, и это все, ты наигрался тут. В этой лиге планируешь санктом бегать? Не хочу санктом. Ультиматум всю лигу буду бегать. Сегодня бегаем full грулинг, ну, 13 волн. Под вингит с крабами ультиматума. Посмотрим. Из трех я один только выиграл пока что. Сложная хуйня. Ну, в плане сложная. Там, если прокнет комбинация какая-нибудь хуевая, то ты 10 из 10 сдох. Дольше кдешится будет. Ой. Бля, овервилм. Овервилм. Я не хочу овервилм брать. Там два девасика. Там два девасика. Я не буду овервилм брать. Я не буду брать овервилм. Fuck off.
чел на ультиматуме, блядь, fuck off. Жень, бегать до 17 мапов, как тебе? Это полная хуйня. Я так понимаю, есть смысл ее бегать только если у тебя большие яйца, огромные гигантские, блядь, яички. И все, там что-то, блядь, нет смысла просто. Гадалка, все, ну пока да. Не знаю, скучно, мне очень скучно. Там джетпак проебался, все, не хочу играть сразу вообще, блядь. Джетпак это единственное, что меня, блядь, держит в леталке. Не думал сделать ботинки с тейлвиндом иллюзиом. Тейлвинд на резолют билде. Иллюзив на ботинках с инфлюенсом Экзарха Итера. Это Димис Кузи ливнул из-за того, что Кибрин светил фонариком прямо в моник мне, когда я был АФК. Мискузи это взбесило, он написал Кибрину гадости, Кибрин его забанил со второго аккаунта, хотя я ему говорил так не делать. И в ответ Кибрина забанил модер-друг Мискузи. Потом этот ливнул, тот ливнул, у Кибрина я модерку забрал со второго акища с бота. Итог, оба долбоебы полные. Дети, блядь, маленькие, нахуй. Сидят дубы, блядь, 30-летние, ведут себя как ебанаты, нахуй, полнейшие. Ну вот стрим будет, да, конечно. А что делать еще? Пиздатая компания грустная. Мне нормально. Мне нормально. Я сейчас поиграю поя и будем шпилить в Radiornot. Radiornot вообще разъебная игра. Мы в ней играли, когда на Верляксе была. Вообще разъеб. Награда 13-го раунда The Harvest. Увы. Риск был неоправдан совершенно. У тебя 10 как хантер в Ancient Arbach. Да, конечно. Почему я чипичапу не вижу? Ну и чатик, так я обновлял. Попробую браузер перезапустить, я не знаю. Не, все равно не вижу чипичапу. Сколько? Ебать, 4 фрэкчер шарда. И забавно то, что 10 лет назад Поя делала как Диабло, а теперь Диабло делает как Поя, блядь. Что, когда 4 за деньги? Ну, это пиздец какая ошибка. Все конкуренты, блядь, бесплатные. Челы такие, да похуй, 10 тысяч. И ведь купили, блядь. Купили все равно. А сколько в стиме онлайн Диабло? Чат, чекните. 9900. Поя такой онлайн был под конец самой, блядь, хуевой лиги в истории. В Бестиаре, по-моему, это было. Каландрия. Каландра охуенная была. Ну, не охуенная, она хорошая, просто хорошая была. Фарм биндингов вообще успешный. Сегодня весь день фармим биндинги. Сегодня весь день фармим ультиматум на 15 волн. Ой, на 13. Угадаю, что сейчас играет Агроморф. Ну, я думаю, он играет в Торчик. Торч Лайт. Ты чё, пусть играет, что хочет. Главное, получать удовольствие от игры. Но с одной оговоркой. Если вы мобильный геймер и донатите в мобильные игры триллионы, вы просто конченый, который противоречит сам себе, блядь, причем. Потому что смысл игр — это проводить в них время и получать удовольствие. А когда ты заходишь в игру с пэй-ту-вином и кидаешь туда деньги, то ты отказываешься от игры, чтобы в нее не играть, а просто закинуть денег. Ну ты еблан нахуй полный вообще. Главный конкурент Поя будет. Не в плане каких-то продаж и еще что-то, а именно в плане игры, блядь, самой охуенной. Пласте почти нет, платная. Но я ее покупал, когда она, блядь, 300 рублей стоила или что-то типа того. Вообще супер дешевая. Сейчас 1200. Так она на релизе, я думаю, вообще 2 косаря будет стоить. Это охуенная, кстати, тема, когда ты видишь потенциально хорошую игру в Early Access, да? И она стоит нихуя. А потом, когда она релизится, она стоит, ну, блядь, как нормальная игра стоит, блядь. Это очень правильный подход, я считаю, к расценкам своего продукта. Сегодня день поговой музыки, дешевая, какой же раздуб играет лютый. Ну да, сегодня что-то на радио просто пиздос. Ультра охуенная музыка. Не самая большая награда. Какого хуя Бейдат появилась, блядь? Это чё за хуйня, блядь? Бейдат Ангел оф Дес, блядь. Просто нахуй в ультиматуме, блядь, заспавнилась. Ты чё, ёбнутая? Нет, не стреляй, блядь! 2 сакри торба, нихуя себе ревард. То есть потенциально это, блядь, 2 мира, да, могло быть? Я правильно понял? И оно задаблилось ещё. Ну, вообще, это более-менее уже ревард. Тут просто 4-й руин. Не, я заберу реварды. Пускать обязательно по своим стопам. Ошибка всегда. Отпечаток ноги может не сопоставиться. Если ты понимаешь, о чем я, с философской точки зрения. Самое главное, самое правильное, это позволить человеку заниматься тем, чем он хочет.
Это самое главное и самое правильное. Мне вот эту базу привили мои родители, потому что как раз-таки вот у меня родители были за то, чтобы я заебись учился там, там чтобы там в инстик пошел, еще что-то. Это установка изначально, блядь, лузовая, блядь. Просто пиздец. Потому что я, у меня еще, блядь, когда я учился в 6-7 классе, блядь, я уже понимал, что я хочу. Я хочу играть в игры и получать бабки за это. Ну, ты блан, давай так. Ну, давай честно, давай не буду темнить, просто заранее тебе скажу, ты еблан. Вот, если ты изначально решил оставить семью, то что ж, ну, влияние твое, конечно, значительно упало, блядь. Конечно, значительно упало. Главное правильно оценивать свои возможности и последствия принятых решений. А вот это вот, типа, блядь, иди занимайся тем, я лучше знаю, блядь, это хуйня полная. Конечно, конечно, это придет само в голову. Тут главное подождать. Блять, ну это по автомату у всех приходит в голову. У каждого просто разные года. Родительский вопрос, когда мама с папой давно не вместе, бля, это вообще. Здесь ебланов только двое. И мама, блядь, и папа, нахуй. Баньки, блядь. Реварды я заберу. Корона за 11 дивов. А кому она нужна? Ебчонки, блять, короткие. 124, все, больше ничего не надо. Так, 12 на 124. 12 умножить на 124. Осуждаю, блять. Так, разделить на 215. 7 дев. Осуждаю, блять. Спасибо, блять, жестко. Одним трейдом договорились. Ебчонки, блядь. Я четко слышу ебчонки, блядь. Сука, ладно. Divine Orb, найс. Да иди, иди. Информация для тех, кто не знал. Задаблило ли ревард, можно сразу посмотреть в корзине ревардов. Вот. Конкретно этот ревард не задаблило. То есть, если бы задаблило, было бы по два стака призматиков по 8. Бля. Сука. Вингетс, карап ультиматума. Фулл вкачанный атлас. 13 раундов ревард. А Боксот больше не выйдет на связь никогда. Бля, ну а Боксот веселый был. А Боксот, the end of all. Кто такой Боксот? Это старый бьонд. Самый опасный, уникальный бьонд, который атаковал сразу всеми атаками всех бьондов. С ебанутым атак спидом, каспидом, там просто... Сейчас я пиццольку еще закажу. Жульена нет. Увы. Это что за прикол? Че, блять? У меня все позиции пиц... Написано, будет позже. Это как? Ёбнуться. Можно выбрать пиццу из половинок. Ну-ка, например, ориву, да? Ориву и сырную. Сырная плюс орива не можем добавить. Бля, впервые такое вижу вообще. Ну-ка, а если я пиццу по пробику добавлю? Так, сейчас додошечка приедет. Покушаем. И в что-нибудь еще поиграем. Разбавлять паешечку хочу. Но я говорю, можно собрать пати на... Ready or Not. Вы видели, кстати, трейлер Ready or Not? Если кто-то не видел, бля, посмотрите, ебать разъебис. Я бы, блядь, в жизни не сказал, что это игра от инди-студии, блядь. Вообще бы, блядь, не сказал. Турека Турик. А, Турик, где ему не выплатят призовые? Знаем, да, охуенные турниры. А, там его личный Турик? Нет, да ладно. Нет, там просто турниры чаще всего ангажированные самими Activision, а они уебища. Если он там свою же хуйню проводит какую-то, да. Бля, вот как так вот эпики сделали? И, ну, давным-давно уже Unreal Engine, да, и развивает его, уже 5-я версия уже вышла. Ну как так? Вот сами эпики, блядь, сделали на Unreal вот форточку, и все, и остановились нахуй на этом. Блядь, как это? Как это нахуй, блядь? Это же пиздец вообще. Среди привычных джедаев и повстанцев. Все это обещают на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series в 2024. Бля, вот вроде выглядит неплохо, да?
Вот вроде неплохо выглядит. Вот я Star Wars вообще не очень отношусь к Star Wars, как-то так себе, блядь. Но ведь, сука, они даже из этой игры сделают Far Cry с вышками, блядь. Ну это просто. Ну это просто Ubisoft, потому что... А самим побродить по мрачному предрождественскому Сиэтлу позволят осенью на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Бля, какая... Я бы ей дал отсосать, ну, кровь. Как и в первой части от Relic, игроки... Бля, вот эта рецептура Left 4 Dead с добавлением RPG-механик, это настолько выигрышная комбинация, что от нее ни в коем случае нельзя уходить. И ребята, по сути, делают ВВЗ, ну, World War Z, со скинами Вархаммера, и выглядит это просто разъебно вообще. И будут поливать все вокруг свинцом и плазмой, рубиться в рукопашную и эффектно добивать врагов. Вот снеговик. Снеговик, блядь, спизи меня. Вот дорога наверх, иди сюда, наверное. Давай, давай, делай, делай. Подожди, я ж фонарики заказал, там прилетят. И чё, вам, сука, фонарики таскать должен, блядь? И чё, и сколько идти, блядь? Бля, ну, от корабля до сюда приемлемое время, конечно. Сколько мишка стоит? Кого, блядь? О, здорово. А тут привычная обстановка, я погляжу. Мужички, фонарик лишний скинул. Блядь. Здорово, хуесос. Йо-хо-хо, блядь. Охуеть, кто-то до корабля дошел, ёбнуться. Yes. Они оба сдохли. А мне что, на корабле жать? Ну да, хуй знает, какие тут уличные мобы просто. Может, тут этот долбоёб, блядь, это моб, нахуй, откуда вот. Короче, эта мапа, это кринж. Чистой воды, блядь. Тут надо 20 джетпаков, блядь, чтобы на ней нормально ротации делать. Нихуя, он типа сотку плюс там, блядь. Меня так разъебало сейчас, меня просто жопа выпала, блядь. Так, там чуни-клипуни мне скинули, подожди. Оно очень сладкое, аккуратно. Так, так. Вот здесь пожарка на мне. Бля, где пожарка, интересно, кстати? Так. Ну типа, куда она? Почему? Нормальный мод вроде, я не понял. Не-не-не-не-не. Нормальный мод вроде, что-то. Не знаю, блять, мне что-то не понравилось нахуй вообще. Моб стоит АФК. АФК стоит какой моб. Какой моб? Это дверь ебаная, дверь, блять, это дверь. Так, блять, тебе, чтобы умереть от этой хуйни, тебе надо подойти и целенаправленно зажать Е, блять. Скример сунем, блять. Давай. Нахуй. Ну, вообще, есть скримеры, это маски. Она тебе наебала налазит, и давайте жрать, блять. Это так, пиздец. Планета новая, Water Ridge. О, нихуя себе. Нихуя, блядь. О, ебать замок. Ой, тут старец фура сейчас будет загадки, блядь, нам задавать на башне. Так, а чё тут? Ага. Нихуя ах, дверь. Ого. Нихуя дверь. Ого, но... Блядь. А тебе похуй, что... Смотри на него. Тяжело. Пучивают лампочки, а? Все, теперь удачи. Я помню, куда надо было идти. Нихуя огромный бабунус, это чё, блядь? А где весь лут? Ну, сюда мы больше тоже не летаем. Ох, нихуя, тут 1500 можно вывести. Так я говорю, да, бесплатные планеты с таким количеством лута, это вообще хуйня полная. Я-то думал, там что-то реально интересное, какие-то новые локи, а там все равно завод, блядь, да внутри. Да нет, конечно, мододелы — это самые конченые ебланы, которые думают, что могут игры делать, а по факту вообще хуйней срут. Просто я поэтому не люблю Баяр, моды, блядь, ставить. Такое себе что-то. Запомни чё-то? Расположение двери. Расположение, да, двери запомни. Это чё, блядь, это звезда, что, нахуй? А на ёлку, блядь! Раз, два, три. Расположение двери запомни, других дверей, да, нет. Только вот эта дверь. Сколько звезда стоит? 392, блядь. Не, я против такой хуйни, я её выкину. Так она редкая, может... Самый редкий
лут в леталке это золотой слиток. Это прям пизда редкость. И то золотой слиток ебануто тяжелый. Ты его берешь, у тебя просто минус 80% МС, ты, блядь, вообще еле тащишь. 27 за мелкий предмет в дефолт. Да, 900. Да, 900 на шуренсе, да, на да, шуренсе. Блядь. Ну, я бы убрал вот эти Крисмас планеты и обратно лут бы вернул дефолтные. Там есть какие-то настройки. Ну, значит... Хотя, бля, не, ну если по чесноку, чтобы было, надо снести нахуй вот этот Little Expansion. Сносим. Что за Little Expansion? Ну это вот, убежит? Это вот то, что лут новый, блядь. Ебач, поебач! Блядь! Сука. Рофлер, да рофлер ебаный, блядь. Не бойся, пойдем. А как ее вдожить? Я успокоил. Направо сразу. Ебашь его, говорит. Ключ надо. No клюкс. Блин, говноед, дроченый. О, это точно я. Ты останешься на корабле? Я попробую еще прибежать. Да-да. Не, я не успел. Вы слутали слишком дохуя. Нет смысла так делать. В целом нормально. Суки, вы очень много времени. Паник, ну ты шо, блядь, в самом деле? Ты же знаешь, где выход пожарный. Ну, ты знаешь, где пожарный выход. Ты знаешь, где пожарный выход. Ты нажимаешь хуйню. Несколько пожарных выходов только на Марче. На Марче 3 пожарных выхода. Вот там мимики ебут. Ты куда? Алло, ты куда идешь? Ты точно играл? Ты точно играл? Да? Паник. Показывает, как он играл, блядь. Алло, паник. Паник. Алло. Алло, паник. Алло. Паник, иди сюда. Ты что делаешь? Можешь объяснить? Я забыл, куда идти. Ну, так если ты играл, зачем врать-то? Это одна из самых простых мап. Так, нет. Обязательно за самое больное задевать человека, я считаю, незаслуженно это мне такое говорит. Бля, ладно. Это хорошее. Блядь. Собака базу загрузила, блядь. У тебя собака разговаривала? Чё было? Да. Чё собака твоим голосом говорила, блядь, ну незаслуженно так разговаривать, конечно. Не мимик, тот, который рядом со сториджем. Все. Здорово, Ломыч. Привет. Дверь это закрытая, U9. А, у меня пожарный выход безопасный, но безопасный пожарный выход тот, рядом с которым сторидж комната. Вот это безопасный выход. Вот это безопасный. Понял. А вот то. А вот уебали. То Амогус. Ага. Маюн умер плюс погиб.
да, насчет темы, что со мной сыграть. Я вообще не против с кем-либо сыграть, но чаще всего это приводит к тому, что человек не контролирует свое общение, либо наводит кринжи, либо ебашит запретки. На Твиче могут забанить за запретки, если ты приглашаешь человека, и он начинает, собственно, ебашить эти самые запретки. Но чаще всего происходит оверреакт, кринжа, и типа, блядь, о, смотри, какой крутой, я такую эмоцию могу выстроить из себя, блядь. Ну, естественно, это выглядит очень ущербно, блядь, и приятного общения не получается. Адекватного. Обычно вот что происходит. Я пришел облегчить вам тяжесть. Облегчите. Если кто-то рядом стоит, я флешку наготове держу. Флешка наготове, флешка наготове. Там один лут остался на полке у него. Кто остался? Нет, я. Какой игрок? Все игрок. Здесь. А. Ты чё, псих? Кого зовёшь-то? Трента, Трента звал. Беги, блядь, братиш, давай, знаю, блядь. Блядь, на меня Трент шёл со словами, блядь, я умер за пиво. Он стал деревом, да, за пиво. Про улик забыли, ну похуй, правильно. Арори, арори. You get nothing. You lose. Я выяснил, подарки можно сразу открывать. В подарках лут только с бесплатных планет. А как нам картины выпадали из подарков? Нет, не попадались. Ни разу. Выпадали. Нет, выпадали. Нет, ни разу. Это ложь, это ложь, это ложь. Клип сделай. Тогда я признаю свою неправоту. Все. Это ложка. Это ложка. Это вилка. Это ножка. О! Нихуя вы быстро лут сдали, парни. Быстро лут сдали, слушай, хорош. Да. Ну я Альт F4 ёбнул, парни. В целом, завтра можно собраться по новой. Уважаемый. А чё ты умер? Тебя съел червяк? Мне впадло было от собаки идти, нет. Давайте, было весело. Давайте, мужички, бай-бай. Ну можно собраться где-то в 6-7 вечера завтра. Хочу леталку. Я хочу купить мамуле огромный дом где-нибудь на юге. И исполнить ее мечту. Вот если ты мне исполнишь это, то я на год стану твоим стрим-рабом, буду стримить любую хуйню, что ты скажешь. Вот. Цена вопроса 30 лямов рублей. Буду твоей кибершлюхой вообще навечно. Ладно, не навечно, на год. Что? Вы видели эту хуйню? Я же отошел. Я же отошел. Блять, ладно. Бам. Ну, как на это среагировать, я хуй знает. Чё там, чё за предмет там был? Фалькрум. Ну, не самые страшные предметы, конечно. У меня есть кое-какая задумка на Итера, на частые шрайны на девасике. Есть одна задумочка, её надо попробовать. Тут некоторые теории крафтинг провёл вчера. Ладно, сейчас посижу, помозгую, подумаю. Жаль, что коп съебал. Я бы с копом покрафтил вант, но коп сказал: хлопчик, не сегодня, блядь. Ой, бля. Ну, в целом, заебись сегодня. Поиграли, конечно. А, чатик, доброй ночки. Счастья, здоровья вам, благополучия. Доброй ночки. Пока-пока. Ставочки на спорт, киберспорт в описании стрима. Спорт. Давайте, чатик, пока. Ну, чатик, приветик. Мяу. Приветик, мяу. Я помню крафт, надо альтами сейчас поймать All Cold, потом сделать мультикрафт, что-то там еще, что-то еще. Так, и сколько один клик? 4 резонатора стоит, мне вот интересно стало. И чел опять удалил All Spell. Ага. Все, понял, охуенно, парни. Я посижу, альты потыкаю, пожалуй. Любили раньше добавить в треки вот какие-нибудь такие звуки, как будто в тебя из бластера ебашат. Не, ту пал, которая у меня сейчас, ее меня зритель скрафтил и по лоу прайсу продал. Очень, блядь, настойчивый зритель. То есть, точнее, в лыжах сейчас стримишь, но если ногу 48 размера можно считать лыжей, то, ну, в целом в лыжах сижу. Не, навязывание какого-то своего типа правильного образа жизни — это полная хуйня.
Каждый живет как хочет, блядь, делает, что хочет, занимается, чем хочет. Может, мне просто, блядь, неинтересно, как долбоеб на лыжах ездить. Мне тут Таня недавно рассказала, блядь, что она каталась на лошади, блядь, и ебла нахуй на лыжнике, блядь. Таня ему машет, типа, не приближайся, лошадь отреагирует, блядь. Ебанат на лыжнике, похуй, едет все равно, нахуй. По итогу лошадь испугалась, опрокинула Таню, блядь, та разбилась, нахуй. Лошадь съебалась, нахуй. А хуесос на лыжнике уехал дальше. Ну, чисто выблюдосина ебаная, нахуй. Вот я сколько спортсменов знаю, почти все хуесосы. Вот адекватных челов, которые трезво оценивают людей, возможности людей. Да, вот, например, я стал ходить в зал просто, чтобы лучше себя чувствовать, а не чтобы, блядь, какие-то рекорды побивать там, блядь, и перебивать. Вот у спортсменов, блядь, какие-то ультракрайности. Лучше, жестче, блядь, чтобы нахуй. Просто фу, помешанные ёбики, блядь. В этом нет смысла, если это ничего не дает. В этом нет смысла, блядь. Таня дал промики на пиццу, подарил друзьям на НГ покушать. Спасибо вам. Так абсолютно не за что. Тебе спасибо, Киброн. Ты в последнее время очень много помогаешь. Ну, ты, конечно, еблуша, пиздец. Я все еще негодую ситуации с Мискузи, блядь. В чем проблема? Просто написать челу, бля, сори, не буду так больше. Это самый мужской адекватный поступок, блядь. А не вот это вот бычить в интернетике, блядь. В интернетике, блядь, все смелые, это хуя вообще. Дистанцию чувствуют, блядь, несколько тысяч километров, блядь, сидят, кайфуют, нахуй. Ультимейтум, блядь, Донатадарива, блядь. Ладно, похуй. Мне уже так поебать. Давайте там ваши, блядь, фосилы, там сокеты, блядь. Там ты это вот залупу, вот, блядь, давай, давай. Никто ничего не сделал, хоть я попробую что-то сделать. Потому что, блядь, как... Вот, блядь, меня вот подобные лиги, как это, пиздец раздражает. Никто нахуй ничего не делает. Все мэфят, блядь. Это же жуть просто. Какая залупа, блядь. Ну чё это за спелл дэмэдж, блядь? Саму сделал бы дешевле 25 решка по ощущениям, чел. Я нажал уже 7 или 8 резонаторов. Каждый клик по 2 дива, блядь. Потому вот так вот сделать, я думаю, это вообще, блядь, не ошибка, нахуй. О, у меня еще один есть резонатор. Бам, вау, нихуя не произошло. Я не понимаю, как это работает. Это, блядь, какая-то хуйня. Оно еще больше меня только бесит. Зачем все забивать, если все равно сув прокает? А сейчас всегда сув прокает. То есть нет смысла вообще забивать, блядь. Короче, бля, ёбаный рот, нахуй. Пиздец. Все, я выбираю путь самый простой, блядь. Ебать залупа, блядь. Все, я выбираю самый простой путь. Вот я купил палку. Вот так, правильно? Делаем, блядь, самую простую вещь. Мультикрафт. Пиздаем шарта мультиплайер, блядь. Преф спелл дэмэдж. И все, и, блядь. Пошло оно нахуй. И все, пусть оно идет нахуй. Это, блядь, сколько? 66, все, охуенно. А, у меня, блядь, в палке инта. 188. Экзакли хватает, бля, обалдеть. Все рассчитано. Что, эшлинг кинуть? Ну вот давай, давай. Вот смотри, я кидаю эшлинг, у меня забивается преф. Преф говна. Все, наигрались, блядь. У меня наролится хуета. Я даже крафтовым спелл дэмэджем не смогу, блядь, перекрафтить. И зачем оно мне нахуй надо, блядь? Взять не кассер, кассер. Ну вообще, кстати, да. Ну там опять сколько? 33% надо выиграть, блядь. Кого? Там не 50 на 50. Там Control кассер, он защищает 2 мода, блядь. А значит, это не 50 на 50. Ну давайте попробуем, блядь, чат, вы доебете меня, честное слово, блядь. Я вижу, я крафт ненавижу, я себя ненавижу, я всех. Это пизда, боже. Ладно, преф cannot be changed, правильно? Преф cannot be changed. Бенч, Эшлин. Рокму преф. Заблочить. Чё блочим? Кран, да, сори. Чё блочим? Крафтовый физ кидаем? Блочим, кидаем крафт физ. Unveil. Увырги. Unveil. Spell damage. А это как? 4 префа. А, не блочишь, да? То есть я не могу заблочить. Я даже не могу заблочить в этой ситуации. Ебать на взлет, и смотри. Ебать. Охуеть. Ладно, поймафим дальше, парни. Там, ой, мэтчблады, пизда, хантеры. Ой-ой-ой, бля, там такое. Гринд-игры хорошие, по твоему мнению. Хорошие гринд-игры, это, конечно же, Pathfexile. А Grimdawn, Last Epoch. Last Epoch выходит, кстати, в феврале из Early Access.
Но если ты любитель говна, то Torchlight Infinite. А если вообще сомелье говенной, то можно и Diablo 4 в целом. Пекальный сомелье, да-да-да, блядь. Ура, я иду играть, блядь. Вы не представляете, как я доволен, что я зашел на мапу. Ёбаный, сука, охуенно. Все нахуй. О, блядь, 3 часа вант этот троллил, ебаный. Обалдеть, шо у тебя тут? Вот это тут нарисовали с мамулей, конечно. Обалдеть, молодец. Ну, я видел, молодец. Вон чатику тоже покажи, вон вебку покажи. Вон чатик, вам картинки показывают. Вот, девчонки рисуют. На. Представляете, что сегодня произошло? Я просто в шоке, типа, у меня слов нет. Короче, я была в спортзале, и я увидела там парня, и у него ноги волосатые, пиздец. Я такая думаю... Че, нормально, блядь? А? Хорошо, блядь. Чувак, камон. Девочки, я не могла нормально заниматься. Теперь я на него смотрю, мне так мерзко. Ну, тут на зеркалку набричь, тут ничего удивительного. А, о, он сел крест-накресту, закрытая поза. Наверное, он что-то замышляет. О, он сел с раздвинутыми ногами, он хочет доминировать. О, у него зауженные джинсы и серьга в ухе. Так, и, бля, я так сижу, потому что это просто удобно. Как до этого доебаться можно? Что? Это удобно просто. У тебя полностью ноги расслаблены, ты сидишь и все. Верно, он любит пихать. Гифка под фонг хорошая. Хорошая гифка под фонг, блядь. А, вы для меня палку... Не надо для меня ничего крафтить, ребят, вы шо? Для меня ничего не надо крафтить, забейте вообще. Играйте в игру, получайте удовольствие. Но эти палки пиздец сколько стоят, потому что нет хороших на рынке. Я сегодня хотел купить просто какую-нибудь хуйню за 100 див, блядь, но ничего нету, блядь. Я делал тебе продать, так а я не просил вроде. Вот так вот берешь, делаешь... О, видишь, сколько снега? Что ты хочешь? Так на, аккуратно, он тяжелый. Надулся, ёкалэмэнэ. На, не сдувай, пожалуйста, ладно? Все, спасибо. Закрой дверь, пожалуйста. Ну, забирай, если тебе надо. Открыть? Он не открывается? Лизуш, он не открывается, это стеклянный шар. Он не открывается. Ну да, что поделать. Лизуш, закрой дверь, дует сильно. Заболеть можно. Чем он скрафтил? Я купил базу с плюс 2 и залоканным дот мульти за 25 диванов и просто мультикрафт кинул, потому что я заебался. Обдрачивать Вандик. Играть хочется. Амулет кто-нибудь миррорил? Не, я не создавал тред. Мне что-то как-то впадло. Опять же говорю, если кто-то в чате хочет, то миррорьте на здоровье. Не жалко. Правда, можно миррорить шмотки с влиянием. Любые шмотки можно миррорить, кроме тех, что уже замиррорены и закарабчены. Почему ты миррорить шамер за ноль? За поцелуйчик в чате. Я хуйня! Дивайн Орбус босса. Понял. Как вам опыт вообще рылся Люхой телевизором? Он прилично вообще не срывался, что зубы нарезка на тупчике, ему прям плохо. Да не, в целом норм. Не, люди совершенно по-другому себя ведут, ЕРЛ, конечно же. Ну, он как бы такой, на веселе всегда. Ну как на веселе? Ну на веселе, да. Но я боюсь за него, что у него из-за доты реально психоз ебнет жесткий какой-нибудь. О! Ебать, я впервые увидел Т1 ХП. Так, блокаем армор. Готовим. Экзик. Ну ты, сука, теплетих. Ну ты падла ебаная, блядь. Как тебе не стыдно, блядь. Ой, блядь. Я не могу. Меня будет разъедать это. Меня будет это разъедать. Я буду ложиться спать. И мне будет мерещиться шлем с гибридом Т2, блядь. Я не могу. Меня будет разъебывать это. Там разница 5 хп. Там разница 5 хп, но я не могу. Я не могу, блядь, я не могу, нахуй.
мне люди будут заходить и писать, блядь, чел, у тебя в шлеме гибрид Т2, лол, ебать, лох, не докрафтил, блядь. Я не могу, меня это съедать будет, чат, я не могу. Вы можете, я не могу. Ебать, насрало, блядь, кто насрал? Мирор не разбит лежит, а он там, наверное, уже миллиард стоит. Ебать, он стоит там! Нормально, я богат, все в порядке. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Заявка. Блядь. Ну какой армор. Нормально? Ну блин, иди нахуй на арморе, блять. Готовый армор блок. Бенч. Арари. И экзик бенч. Да сука! Блин, ну почему ты два? Бля, Т2 гибрид, бля, хе-хе, блядь. Сука, ебучая, блядь. Я, блядь, надо будет? Mirror, въебу в тебя. Мне похуй, плюс поебать. Надо будет, придется, въебу. Мне похуй. Готовый. Бенч. Ой-ой-ой, Галечка, блядь, ой-ой-ой. Хорошо, блядь, все, фулл шлем готов с перфектными роллами для моего билда. Перфектные, блядь, роллы. Сейчас мы еще конверт фаера сюда засунем. Лялечка, ты посмотри, какое, блядь, хранилище. Надо убить его вот там. Дядь, нечем убить, нечем убить. Вон игрок с лопатой, он молчит. Я не мол. Блядь, перепрыгнуть сложно, заберем его. Бля, это было неплохо. Это было неплохо. Бля. Чел, пойдем уходим, уходим. Нельзя больше лутать. Уходи, я за свечкой, уходи. Да много, много вещей тяжелых, дядь. Иди, нормально, все. Тут слизь просто, блядь. Какой же ты козел, блядь. Ты бы знал нахуй. Пропрыгну не надо идти, там кто-то вылез. Давай, блядь. Сейчас бы нахуй пикселей бояться, ёбаный рот, я тебе говорю. Блядь. Кто? Там брокер там. А вот, сука, знаете, я говорил. Я на выход. Да все, надо выносить все, тут фулл лут. Надо все, надо ливать и оглядываться постоянно. Пойдем. Все, пойдем, у нас выход близко. Пойдем. Ну что-то какой-то скудненький заводик. Ну, блядь, в следующий раз построим лучше. Или всего он корабль, учитывая тоже. Блядь. Я на корабле, парни, останусь, вы сами как-нибудь давайте. Хороший лут. Я пойду пока это отнесу тогда. Давай. Нихуя тут турель, блядь, слышь? А блин, сразу и не заметил. На полочке. Заебок вообще. А где играть-то? Уже негде, выносить надо. Только мейн идти чекать. Тут джетпак вообще ультра скиллбейзит. Вообще нихуя нет? Ну давай, я улетаю. Я улетаю, она за мной пойдет, скорее всего. Да, алло, блядь. Алло, собака. Ав-ав-ав! Хау-хау, блядь. Там червяк. Был там, недалеко от корабля. Там собака просто еще. Два там червя, Майон. Там свечка лежит. Я попробую. Будь на корабле. Блядь. Один его съесть. Ты живой? Нет, Майон не живой. Понял. Будь на корабле. Второй прям под тобой. Бля, чё он не
не дефузится. Где он? Еще один, их двое. Где? Где кто? Слева, справа. Один под тобой. Оба. Нормально дело. Как же коро. Трогаем? Да, давай. Ты чего подарки сейвите? Так завтра Новый год, блин. Ты чего? Хей. Тоже слушай. Там внизу ничего нет. Угу. Пиво. Ты пиво, блядь. То еще нахуй. Блядь, нет. Нормально, я подстаню сейчас. Там свечка снаружи еще. А, вот, ага, все, я пойду. Забрал. Пойдем. Так, ну улетываем, получается, там. Там ключик остался. Бабун голосом Кибрина предлагает ключ. Говорит, у меня ключ есть, кому надо? Надо, мужики, кому-нибудь, нет? Пиво нашел еще. Пиво нашел еще. Твоим голосом заговорил бабунчик. Бабун Маюн. Пиво, да, был найдено уже разок. Тяжело в наше время пиво достать. А че так мало? А свечку вытащили же, да? Все вытащили вообще. Да, да, принесли. Кидаю станку, станку кидаю! Кибрин, все! Я предупреждал. Лут заноси, лут заноси. Маюн в одном пикселе собрал четверых... манекенов, да, те, которые двое наших было. И его можно... их можно было всех закрыть, если бы чуть-чуть по-другому стоял Маюн. Блин, ну это сложно, наверное. Это пизда сложно. Мне один манекен закрытый говорит Джекиным голосом. Я взял тебе гир. Второй манекен говорит «До свидания», и меня вот так скинул ключ, блядь. Блядь, «До свидания». Один говорит «Мне гир взял», второй «До свидания», приходит третий, нахуй сворачивает мне шею, блядь. Это пиздец. Чё по лузам? Я, короче, шёл по коридору. По коридору темному. И за спиной фраза. Фраза Ривза. Готов? Бегает на хвосте, но ты, блядь. Я что-то только хуел, блядь. Чуни Маюни, are you ready? Давайте, последние три дня игровых играем, и я на сегодня все. Девочка наш уровень, сколько там? 7% шанс. Человечек трескол пробил, блядь. Да. Нет, он улетел. Да-да-да, я уже здесь. Я оба прохода уже чекал. Мне девочка говорит ООГ, голосом Кибрина. Вон идет Кибрич, идет. Как же она дышит. Терминатор ебаный с лазером еще идет. Летаем. Кибрин. Кибрин, когда ренейм в Нирбека? Когда? Какой девочка у меня там? Увы. Какой нахуй нербек, блять? Кто это придумал? Ну, никнейм твой наоборот. Я знаю. Нербек будет. Ты это забыл, салам, да? Алейкум, нербек, эй, салам давай, бля. Чё, как же тухо? Ну, можно ливать, мужички. Да можно ливать. Окей. 4. Давайте, спасибо за игру, мужики. Спасибо за игру. Завтра можно в 6-7. Ага, значит, продолжить. 9-10 начнем. Ага. Почему не? Ну, так ты сам напиши, типа, го, блядь. Так, а чё, я всегда здесь, а вы в по играете, я чё, я не буду... Кто вы, блядь? Я один, нахуй. Ты меня чё, блядь? Потому что я жирный, ты меня за двух людей читаешь, или чё, блядь? Вы все здесь поешеры, блядь. Я нет. Замолчи, нахуй. Я тоже поехал. Извините. И ты тоже. Ебать грубый. Короче, 6-7 и вчера говорили, и сегодня говорим. Значит, завтра в 6-7. Споки-ноки, чмоки-коки. Чмоки в коки, yes. Сам пойду спадки. Давайте, чаток, доброй ночки. Пока-пока. Ставочки на спорт, киберспорт в описании стрима. Давайте, чат, пока.